Нашел очередных карасей. Смотрите, они прям уже бугры наружу. Немножко им осталось. И вот другие бегают. В общем, мы себе немного взяли на жареху. Немного карасей взяли. Немного щукарей. Все равно они пропадут. В ближайшее время все высохнет. Она вам машет, привет передает. Я, главное, хожу, ищу верблюдов. Езжу, нигде их не видно. Копали куда-то. Они спустились в низинку и молотят тут листочки. Эх вы, Васек, Василиса, никак не наедятся. Васек, ну-ка домой. Домой, домой. Василиса, Васек, пошлите домой. Чё смотришь? Спаслись наши барбарики. Травы полно. Пришли и снова сено молотят. Самые голодные, голодающие по Волжье. К вечеру и до быков добрались. Тыква такая. Вкуснятина. Аж не жалко отдавать. Аппетитно лопают, не правда ли? Еще вот такая сладкая тыква. Кураж. Но это бычата уже чуть помладше. Им около года. Тоже потихоньку начинаем подкармливать. Не сильно, но так. Постепенно привыкают. Ну, это две телочки, которые мы недавно покупали. Козел, ты что с ногами залез, а? Бесстыдник. Потихоньку начинает отъедаться. Тоже тыкву порождаем. Пока не выпускаем, пока кровь не взяли. Как возьмем кровь, тогда на пастбище. Осталось быкам сено раздать и все. Впрочем, меня уже и так не видно. Ну, впрочем, как все? Коров еще надо собрать. Уже вообще ничего не видно. Они домой не идут.